Приветствую вас. Смотрю, вам довольно много дали ответов. Значит, порой даже совершенно противоречивых ответов. И вы знаете, я скажу так, что, на мой взгляд, вам приснился брат, потому что вы находитесь в довольно тяжелом сейчас моральном для себя положении, моральном для себя состоянии. И нуждаетесь вы, на мой взгляд, опять же, нуждаетесь вы в поддержке, нуждаетесь вы в каком-то вот позитиве, да? И этот позитив, он вам необходим. Получить этот позитив вам, по сути, как я, если я правильно понял, получить этот позитив вам, по сути дела, негде больше. То есть вы его получить нигде, кроме как от брата, по вашему мнению, опять же, из-за того, что возможно, у вас с братом были хорошие отношения, возможно, из-за того, что там еще были какие-то причины, то есть здесь можно только гадать, конечно. Вот, но все заключается в том, что брата вы вкладываете определенные эмоции, определенные надежды, определенные черты, определенные переживания, которые как раз таки и являются предметом ваших потребностей на данный момент. То есть на данный момент предметом ваших потребностей является именно это. То, что вам нужна поддержка от своего брата. Да это вам вообще даже нужна поддержка, не обязательно от брата. Просто поддержка вам нужна. И как бы во сне вам снится брат, как человек, от которого вы вы получали наибольшую поддержку, наибольший уровень поддержки, который, может быть, понимал вас так, как не понимали другие, который знал вас, возможно, так, как не знали другие и так далее. То есть моментов здесь может быть довольно много, нужно все-таки действительно определить, кто для вас брат и какое значение он для вас все-таки имел. Вполне возможно, что некие события, которые произошли с вами в вашей жизни, некие происшествия, которые с вами случались, вполне возможно, что именно они, эти самые происшествия, и навели вас на своего рода мысль о том, что, о брате. То есть кто-то заставил вас его вспомнить, кто-то заставил вас вспомнить своего брата, кто-то заставил вас о нем как бы вот подумать. И вопрос, который вы задаете нам, это вопрос, к чему снится. На вопрос можно ответить так: либо это ваша потребностная сфера дает о себе знать, что я уже сказал, да, это потребность в поддержке со стороны брата,
ну, вы видите образ брата как образ поддерживающего вас, вот. Либо это ассоциативная память сыграла с вами такую вот не злую, я бы сказал, шутку, ну просто шутку, ассоциативная память. Что это значит? Что такое ассоциативная память? Ассоциативная память — это вот когда в вашей жизни что-то произошло, вы испытали определенные эмоции в этой ситуации, которая с вами произошла. Вот. Испытав определенные эмоции, вы, значит, ну, пережили что-то. Вот. И, соответственно, эти переживания, значит, эти переживания, они, значит, как бы натолкнули вас на мысль о том, что у вас когда-то умер брат. И именно вот то, что у вас, то, что вы испытывали тогда, в тот момент, когда ваш брат умер, вы испытывали и в этой ситуации. Я имею в виду ситуации, которая с вами произошла, ну, может быть, не так давно, То есть, надо сказать, что прямой связи между сном, например, прямой связи между сном и какими-то событиями, прямой связи между ними может и не быть. То есть, на самом-то деле, может пройти определенное время может пройти между сном, да, и как бы событием, которое вы событием, которое вы пережили. Поэтому не пытайтесь увидеть прямо вот такую очевидную связь между этим. Смотрите, если вы испытываете потребность в поддержке, то, соответственно, вам эту поддержку срочно нужно найти. То есть, сначала, в чем именно вы испытываете потребность в поддержке, в чем именно, это первое. И второе, значит, почему вы как бы вдруг начали нуждаться в поддержке, да, то есть что обусловило вот нуждаемость вашу в поддержке тогда-таки. Вот, значит, это, на мой взгляд, это важный момент, на который нужно обратить внимание. Значит, в вашей жизни произошли некие изменения, которые нуждаются, ну, в определенной корректировке вашего поведения. Может быть, вы не очень отдаете себе отсчет в том, что у вас произошло в жизни, что изменилось и так далее. Но, тем не менее, фактом, что нужно вот, чтобы вы постарались этот момент для себя понять. И его постарались как-то выявить. Вот. Если же у вас произошло какое-то событие, просто
То есть, ну, вот, про какое-то событие, которое вас, ну, например, там, допустим, впечатлило просто, то это действительно особо ничего не значит, и относиться к этому нужно довольно спокойно, то есть, ну вот просто с вами сыграла шутку здесь то, что у вас наблюдается работа ассоциативной памяти. Вот. Работа ассоциативной памяти. По сути дела. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Вот, он получился довольно большим. Мой ответ, надеюсь, что он вам поможет, надеюсь, что он поможет разрешить вам вашу ситуацию, лучше себя понять, вот, и вообще, чтобы вам не говорили эксперты в данном контексте, имеет смысл, знаете, как бы имеет смысл только лишь прислушиваться к себе, это самый такой беспроигрышный вариант, и тогда вы лучше всего поймете, что с вами сейчас происходит. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!